смогли заметить мое достаточно длительное отсутствие на канале, я, можно сказать, пропала больше, чем на месяц. Пообещала объявить в видео имена победителей и участников моего конкурса, но так получилось, что я не могла снимать видео на это время. Ну, я помню о своем обещании, я его обязательно выполню в сегодняшнем видео. Для начала хочу вас поздравить с наступлением весны. Я вот совсем уже такая весенняя, наверное, не видно. Постаралась создать такой весенний образ, несмотря на то, что у нас за окном еще лютая зима, холодно и снег. Вот, но в душе уже весна. Также поздравляю мужскую половину моего канала с прошедшим праздником, а всех девушек, женщин с наступающим. У меня была заготовлена идея для видео на 23 февраля, но, к сожалению, я не успела ее воплотить в жизнь, но я думаю, в будущем все-таки выйдет такое видео, уже не приуроченное к празднику. Все равно, я думаю, вам понравится. И женский день я тоже хочу отметить видео на своем канале. Но не буду ничего загадывать, потому что все в жизни так меняется стремительно сейчас у меня. Вот, и не всегда YouTube стоит на первом плане. Ну а теперь давайте перейдем к обещанному, к приветам. Я записала всех тех, кому буду передавать приветы себе на телефон. Тут около 20 человек, хотя говорила про 3, но решила, что мелочиться. Всех хочу порадовать хотя бы немножко. Кстати, победитель, главный победитель, уже получил свой приз, уже мне отписался. Это Тынчтык Асманбеков. Еще раз тебя поздравляю. Пользуйся на здоровье. Так, ну поехали. Это, кстати, жена победителя, как я поняла, Айза Аманалиева. Айза Аманалиева. Айза Аманалиева. Следующий человек — это Мари Пью Пью. Мари Пью Пью. Мари Пью Пью. Дальше. Джулия Раз. Джулия Раз. Джулия Раз. Полинка Апельсинка.
особо, о чем я буду говорить в этом видео, ну, кроме того, что передам приветы. Но хочется еще сказать, что за это время я не сидела просто так, не забывала о канале. Я приобрела новый объектив, ну, некоторые уже знают, я говорила в стриме, и перепрошила фотоаппарат. Теперь у меня появилось в нем очень много новых функций. Я сейчас их осваиваю и надеюсь, что вы заметите улучшение качества картинки. Ну что ж, всем пока. До встречи в моих новых